И всем привет, ребята! Вы на канале Моджика. Сегодня мы поиграем в Toca World. Вот, как вы знаете, я всегда снимала нелюбимую матерью дочь, но мне что-то надоело это немножко, и я решила заснять Happy House, блин. В общем, это, ну, мои друзья, небольшая компашка, и я не стала добавлять сюда девочек, потому что у меня их одна, и мы толком с ней толком не общаемся, поэтому добавила самых основных. Это я, Денис, Костя, Артём и Миша. Миша, ну, я его добавила, потому что если будет всего 4 человека, то как-то будет скучно, а нам же нужен человек, который бесячий. Мы его тоже добавили. Ну, в общем, начинаем. Я буду снимать Happy House, YouTube House, блин, с моими друзьями. Поехали. Что-то скучно, ребят. Вот мы заселились в новый дом. Пойдемте купим, что ли, этих вещей всяких разных, еще что-нибудь. Ну, неплохая идея. Да, согласна. Миш, ты что там делаешь? Да я вот штуку нашел. О! Хипноденс. Да, выключай. Пойдем. Да блин! Ладно, пошлите. Кость, поднимай свою жопу. Все, поехали, поехали. Че, зачем нам такой большой дом? Тут даже комнат у нас слишком много. Пригодится. Мы еще котиков хотели купить. Артем, давай, шевели жопу. Мы в лифт все не поместимся. Ребят, мне яйцо жмет. Ждем загрузку. Я до сих пор не скачала паузу рекламы. Ну, типа, а нафига? Запись экрана с паузы. Мне вот так вот удобно. Приехали. Господи, мне яйцо пережало все. Не ной. Так, ладно. Поехали. Пойдемте. Угу. Так. Подождите, а что нам надо купить? Нам надо купить одежду, всякие прикольные штучки. Вообще по магазинам там походим, что-нибудь повыбираем. Все. Пошлите. Где моя вода? Ой, мы уже приехали. Так, ребят, это если что, у меня просто штучка вылазит. На самом деле у меня уже там нет подарков. Но мы сначала пойдем за телефонами. Где вода лимонная моя? Это звуки поездки. Так, мы приехали. Где я? А вот я. Да ну ё-моё. Так, подождите, у нас карточки нету. Мы у вас заберем карточку, извините. Да как поднять? Пока что мы заберем у вас карточку. Это будет Дениса. Пойдемте. Нам надо купить всем телефон. У меня пальцев не хватает, чтобы вас всех обхватить. Уйди, негр. Так. Здравствуйте. Ну, ребятуль, выбирайте телефоны. Окей. Подождите. Мы пакет забыли взять. Давайте синий возьмем. Ну, чтобы телефоны было куда складывать. Так, ну, я возьму себе, наверное... Наверное, вот этот. Он нормальный. Это мой телефон. Ну, мой. Артём. Ну, я, наверное... Блин, у меня икота. Я, наверное, возьму себе вот этот... Отойди, Соня, не тебя. Я возьму... Да ну, ё-моё, возьму себе такой зелененький, красивенький. Хотя нет, тут нету оранжевого. Лягушку возьму. Нет, не хочу лягушку. Вишня. Не хочу вишню. Я хочу вот этот. Желтенький. Так, а я возьму вот этот белый. Костя. Костя у нас особенный. Не. Я возьму... Я не хочу желтый.
Ой, розовый. Я хочу нормальный. Тут из нормальных либо вот этот, либо вот этот. Ой, я тогда этот себе возьму. Буду типа крутым. Это как придурок. Да и пофиг. Ну, я тогда себе такой возьму. Окей, давайте складывайте. В смысле оплатить. Потом оплатим, наверное. 5 телефонов забрали у вас, обалдеть. Дальше, планшеты будем брать? Естественно. Вот этот возьму. Стеклянный. Ну, давайте еще вот этот возьмем. Так, на всякий. Оплатить, 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 оплатить. Все, пошло в жопу. Пойдемте. У нас есть дома ноутбук, в принципе. Мы Костю опять там оставили. В лифт. Подождите меня. О, комментарий написали. Ну, тут лифт побольше, никому яйца жать не будет. Так. Мы едем. О, карточка. Новая карточка. Все, мы меняем. Это мне нравится зеленая. Это не наша. Мне зеленая нравится. Так. Пойдемте одежду выбирать. Че я уже опять оплатил? Я еще ничего не купил. Ладно. Тут меня бесит музыка. Так. Да, я себе возьму из одежды, наверное, вот это. Сейчас примерю. Стоп, а если очки взять? Ну, я еще очки себе возьму, это сейчас оплатим. Хотя, типа, они у меня были, ничего страшного. Но я возьму себе это. Нет, вот это мне не нравится. И возьму... Не, больше я ничего не возьму, я только вот этот возьму наряд. Дайте пакет. Так. Ну, мы однозначно берем вот это. Ну, вот это, короче, все, что есть тут мужское пока что. Я еще сезоне вот это возьму. Все, Артем, ты несешь все. Пойдемте. А какие тут еще... Да что я опять оплатил? Я еще ничего не взял. Я заколку, значит, возьму. Мы что-то оплатили. Подождите, а там что у нас? А, у нас тут все типа для детей. Ну ладно. Пойдемте в другие магазины. Нам надо... У нас мало одежды. У нас есть гардеробная. Нам нужно в гардеробную побольше одежды. Сюда. Пойдемте. Сейчас мы все обворуем, блин. Во. Так, так. Да ну ё-мо. Так, так, так. Фу. Так. Давайте выбирать то, что нам пригодится. Нам пригодятся подушки. Уйти отсюда. Давайте вот эти и вот эти возьмем. Кроме серой, она некрасивая. Вот. Эти подушки возьмем. Это что? Белую такую еще возьмем. Во. Вот это возьмем. Возьмем вот это. Будь здоров! Так. Что мы еще можем взять? Мы можем взять цветы. Я хочу цветы. Купите мне цветы. Оп. Оп. А чё я не могу? А во, могу. Так, давайте еще возьмем вот эту вот свет. Короче, Соня все как обычно для дома повыбирала. Так, ну все вроде. Так. Так, подождите, Артём, ты у нас все не носишь. Да ё-моё, как это все положить? Ладно, Артём одно носит, и Костя на второе носи. А мы пойдем в следующий магазин. Там уже сейчас всех друзей перетывается.
переубьются. Так. Подождите. Да как уйти? Во. Мне надо... Мне нужен какой-то магазин с одеждой. О, животных. Не, подождите, я хочу это... Сейчас. Мне тут одна котейка нравится, но она находится в квартире. Мы ее сейчас заберем. Типа мы ее купили у этой дуры. Подождите, а мы, кстати, не оплатили в том магазине ничего. Мы не оплатили. Так. Где Денис? Дай карточку, я сейчас оплачу. Я к тебе домой сразу зайду. О, красивая одежда. Это заберу и котенка. Эй, ты че? Не парься, у меня карты. Я не принимаю карты. Ну, пошла в жопу тогда. Все и забрала. Сваливаем. Так. Теперь идем за вторым котенком. Я хочу много котов. Я люблю котиков. Где котики? Вот котики. Нам надо сюда. Тут есть два приюта с котами. Нам нужны котики. Ой, господи, сколько котиков. Пришли. Нас Артём собака любит. Но коты будут бежать собак или нет? Давайте возьмем 3 кота и несколько собачек. Я вот этого котенка хочу взять и вот этого. Ой, какие они миленькие. А из собак давайте возьмем Артему вот эту собачку. Ой, да. Ее возьмем. И все. Потому что нам больше уже не хватит. Дайте пакет. Или тут нету пакетов. Нету пакетов. Уточка, я хочу уточку забрать. Вот это заберем. А тут для собак есть что-нибудь? Ну ладно, корм возьмем. Все, потому что для котов у меня все есть. Пошлите. Я котов не взяла в руки. Надо обратно возвращаться. Я котов в руки не взяла. Они там стоят. Обратно. Я котов забыла на ручки взять. А надо было. Чё мы котики? Мы и собаку не взяли. Так. Миша, ты несёшь 2 кота. Костя собаку. Все, идем. Сейчас мы пойдем еще занесемся домой. И опять по магазинам. Так, где наш дом? А вот наш дом. Мы сейчас это все сначала просто кинем там. О, где-то кинем все и пойдем дальше закупаться. Где-то давайте вот тут положим все эти вещички. Вот это даем мою. Вот собаку, котов, одежду. Карточка нам нужна. А все, а мы чего так мало взяли, оказывается? Ну тогда идем еще покупать. Так дело не пойдет, нам надо еще покупать. Пошлите. Пойдемте сюда. Нам надо теплые куртки. Сейчас зима скоро будет. Новый год. Все, мы выкидываем. Мы... Так, сюда всех. Народ, сюда. Нам надо забрать вот этот кошелечек. Он красивый. Все, забрали. Так. Мышка. Мышку берем. Берем вот эту. Подождите, пакет надо взять. Пакет. Вот. Сразу оплачу вам тут парочку покупок, чтобы потом не ворачиваться. Пойдемте. Они у входа что-то остались. Уйдите с дороги, женщина с пакетом идет. Что-то вы тут стоите все. Ни туда, ни сюда. Так, иди сюда.
Нам надо еще один пакет, я поняла. О май гад, тут много моих фигурок. Я хочу взять фигурки все. Я забираю все вот эти фигурки. Они красивые. Давайте еще возьмем вот этот диск. Вот это. Это. Не спрашивайте, зачем мне игрушки. Я люблю игрушки. А тут к Новому году, кстати. К Новому году мы потом закупимся где-то в декабре. Мы еще на лифт. Подожди, вернись. Мы на лифт не успели сесть. Не успели сесть на лифт. Он без нас уехал. Ладно, мы так поднимемся быстрым путем. Где мы Дениса потеряли? Вот он. Так. Вот одежда. Сейчас я ее померяю. Девушка, я у вас заберу. Вау, себе забираю. Дальше. Это что такое? Мне это не нравится. Мне вот это нравится. Да, оно мне идет. Все, я это забираю. У нас есть пакет же там, да? Так. Иди сюда, Артем. Тебе тут вот это не подойдет. А если тебе это подходит, мы это забираем тебе. Так, Денис, тебе вот это подойдет? Тебе это, кстати, подходит, тебе забираем. Тут просто как-то мало мужских нарядов, ну ладно. Костя с пакетом как раз. Тебе, ну, кстати, нет, это больше мне подойдет. Мне же, да? Да, мне подходит. Не, эти очки мне не нравятся. Все, Кость, забирай. Это. Ух ты, я себе заберу. Вот так криво все. Ладно. Пошлите в другой магазин, где есть куртки зимние. Нам нужны зимние куртки. Да-да-да-да-да-да. Так. Они где-то вот тут, потому что там есть елка, и там под елкой, короче, есть куртки. Нам даже платить за них не надо, мы просто их заберем. Так, вот они. А, тут уже куртки лежат даже. Идите сюда, мне посрать, что тут снег, а вы голые. Так, сюда все. Мне какая куртка подойдет? Тут из всех женских вот это. Кстати, вот это мне подходит. Мы забираем. Да нет. Нам надо ее забрать. Я ее пакет буду. Да чё? Эй, переоденься, это моя куртка. Она не хочет одеваться. Ну ладно. Дальше. Денису подойдет такая? Она ему не подходит. А Миша? Ну, кстати, Миша такая подходит. А Артему? Ой. А как? Артему тоже подходит. Ну давайте Миша, потому что у Миши. Да ты чё переоделась? Это наша. Дура. Отдай. Она нашу одежду забирает. Я плакать буду. Это наши шапки. Мишина. Там. На Мишу положим. Стоять. Артем. Артему такая подходит. Мы такую забираем для Артема. Капюшон. Чем тебе на. Хотя нет, капюшон не подходит ему. Это кому? О. Ну мне так. Мне только наушники нравятся, куртка нет. Мы куртку тут оставляем. Так. Что тут еще есть? Шапочки. Тут есть вот это, но это как бы для коньков. Блин, почему я хриплю? Почему я хриплю? Ладно, пойдемте. Почему у меня хрип?
Я ничего нигде не простыла. Почему я хриплю? Я не поняла. Так, ладно, вот сюда пойдемте. Подождите, где вода? Я попью. Почему я хриплю? У меня горло даже не болит, а я хриплю. О, все. Я не хриплю теперь. Ура! Ты чё? Ладно. Вот, тут есть куртки. Идите сюда. Кому мы еще куртки не взяли? Мы не взяли Денису, не взяли Кости. Ой, не та. Вот тут есть куртки. Нет, тут нету уже курток. А в смысле, а где я куртки возьму? Может, тут? О! А тут есть красивые вещички. Так. Это не то, это не то. Ну и не надо мне тогда. Я вот пижамки себе возьму. Тут телефон есть. Мне, я обворовываю вас тут немножко, но мне просто все нравится. Кружка красивая. Кот, извини, мы тебя обворовали. Так, все. Пошлите. Куда мы еще не ходили? Нам куртки нужны зимние. Ладно. Пойдемте сейчас занесем все домой, а потом пойдем на почту. Да. Нам надо домой все занести. Хотя нет, так, пошлите. Нас это не волнует. Сейчас скоро Новый год, а сейчас вообще Хэллоуин. Ну, как-то пофиг. У меня нету подарков. Я нажимаю, у меня нету. Подарок тут. Так, иди сюда. Ты сюда иди. Ладно, можно так. Пока вещи сюда все складываете, потому что у нас нету выбора. Все пришли? Вроде да. Снимай с головы все. Я могу не снимать, мне и так нормально. О, все. Не, украшения верните. Смотрите. Сумка есть симпатичная. Упаковываем. Ой, господи. Это что, шапка? Это шапка? О, это шапка. Но она никому из нас, к сожалению, не подходит. Купальники. Тут есть купальники. А мне подойдет купальник? Кстати, мне подходит. Берем. Что это? О. Упаковываю. Ай, не могу это упаковать. Ну, в коробку положу. Чё, мы в коробку все кладем. Чё за радуга? Тока. Это детский контент. Ладно. Так. Мне тут максимум вот эта кофта нравится. Ну, она такая себе. Да я не буду это брать, это некрасиво. О, это что такое? Ну-ка, Денис, иди сюда, я тебе примерю. Не, Денису что-то не подходит, а... Стоять, Миша подойдет, он белобрысый. Вообще никому не подошло, ну и не надо так. Тут есть... О, черная вещь для Дениса. Это какая-то штука, она мне нравится, мы ее заберем. Она может вот так делать. Это телефон какой-то. Понятно. Так, тут всякие курточки. Кстати, вот насчет... О! Кстати, Денису подходит, стоп. Не, Денису оставим. У Дениса мало мебели. Ой, вещей. Это что такое? О! О май гад. Ну мы это заберем сюда. Там собачка есть. Там собачка красивая была. Не, у нас там вроде бы есть уже. Есть это. Мы это заберем. В принципе, кому-то это из нас подойдет. Фламинго. Платье. Мне подойдет платье?
Нет, я в нем жирная. Так, дальше. О, это что такое? Вау! Вау! О май гад. Я вот это забираю. Это красиво. Цветочки. Что еще есть? Мне нужно... О! Не, не то. Капец, тут все гламурное. Пижамка. Подойдет. В ряд. Hello Kitty возьму и собачку. Собачка симпатичная. Подождите, я там кошелек хочу забрать. Вот этот, да. Дальше. Я отсюда хотела забрать куртку себе. Вот эту. Она красивая. Стоп, одежда же тут. И капюшон. Тут дальше, ну, как-то не то. Уже не то. Куртки уже не подойдут никому. Так, о, шапка там была. Какая шапка? Покажите шапку. Фу. Не надо шапку. О май гад. Сколько вещей всяких. Это лучше Валбереса. Бананы. Ага. О, лимон забираем автоматически. Дальше. Вот такая куртка есть. В принципе, думаю, кому-то подойдет. Вот эта пижамка, ничего так. Возьмем. На Новый год. О, камера. Нам такая большая не нужна. У нас есть. О, какой звук. Вот это, кстати, вот кому-то подойдет, думаю, из мальчиков. Если не подойдет, выкинем. Все равно не платим. О, мне вот это нравится. Забираем. Идем дальше. Какой звук прелестный, я не могу прям. Так. О. Ну, подойдет кому-то. Вот еще одна. Но это уже не нравится мне. О, вещь. Вот это заберем. Вот это заберем. Вот это заберем. Они красивые. Вот это тоже. Вот это забираем. Вот это забираем. Но это есть шанс, что кому-то подойдет. У нас нету курток зимних. Нам нужны зима, зим, last Christmas. Там красивая пижама была, я ее уже брать не буду. Где я куртки? Ну ладно, вот эту возьму. Где куртки зимние? Ну, нету. Ладно, упаковываем. На, Миша, ты несешь это, шапку на кого-то, пакет Денису, это все. Все, пошлите. Идемте домой снимать распаковочку. Чек. Так, нам надо это еще, кстати, все вот эти, то, что мы приволокли, на второй этаж унести, потому что там у нас гардеробная. Да. Ну... Мы что-то затупили и все на первое унесли, а не на второй сразу. Но, слава богу, там немного вроде бы. Что-то у меня на башке какая-то каша. Так, вот. Уже нету места. Все, не шуми. Так, это мы забираем. Че я не выхожу-то? Так, мы переполнили ему руки, поэтому его отправляем в лифт. У кого руки переполненные, тот может идти в лифт. У Денис идет в лифт. У него два пакета здоровых. Мы с Костей. Без него я переполненная. На, у Костя. Мне одежда. Все, идем все на второй этаж.
Там снимаем распаковку, потому что там шкаф, а нам надо в шкаф все сложить. Поэтому прёмся на второй этаж и снимаем распаковочку чек. В то время остановится, нет. Остановилась. Так, ну, что? Если ты меня не любишь, то и я в ответ. Если ты меня забудешь, то и я тоже. Так, складываем все пока сюда. Просто в кучу. Садим. У нас не хватает. У нас не хватает места. У нас не хватает тут совсем немножко. Что делать? Может... Блин. Я не думала, что нам не хватит, конечно. Ну ладно, хотя пофиг. Не хватило, ну и не хватило, в принципе. Я постою. Так. Сюда. Короче, все в кучу. А, я просто все решила так кинуть, да? Я постою, вы садитесь. В общем, распаковочка. Начинаем. Что вот тут? О, у нас тут растения. Мы их можем положить, кстати, в ванну. Нет, в ванной нету места. В ванной все переполнено. Мы можем, значит, положить вот сюда. Так, для красоты. Дальше. О, лампочка. Сюда тоже. Для красоты. Наушники. Вообще, это у входа. Давайте то, что у входа, мы это будем вот в эту кучу складывать. Уточка. Это для наших животных. Мы положим вот сюда. Кстати, у нас не хватает спальных мест. Ну ладно. Планшет. Это чей-то. Давайте распределим, кстати, где чье. Пакет. У нас есть мусорка? Есть мусорка. Короче, вот у нас валяются все штучки. Я взяла планшет так чисто для работы. Туда положу. Телефоны. Тоже планшеты. Подождите, кто где спит? Мы еще это не решили. Идите сюда. Давайте подумаем. Допустим, тут Миша, тут я с Денисом, тут Костя, а тут Артем. Нормально. Не, ну да, нормально, сойдет. Давайте раскладывать. У меня не хватает пальцев. Тут я, Денис. А Миша у нас прозрачно было. У Миши вон там полочка есть. Мы туда желтый, у Артема. Артем внизу, поэтому вот сюда складываем. У Миши тут. У Кости вот тут есть полка. Все нормально распределили. Корм для собак на первый. Это ободочек. Давайте, кстати, тоже решим, где чье у пацанов тут в раздевалочке у нас. В общем, давайте... Ну, потом, ладно, распределим. Я хочу все украшения пока вот сюда. Тут мое украшение. Пусть лежит. О, цветок. Давайте поставим его вот сюда. Красиво будет. О, подушки, ну все, это надолго. Давайте распределим. Сюда, сюда, это сюда, это сюда, это сюда и это сюда. Нормально. Это Мишина. Подождите. Куда это сложить-то все? Нам не сказали. Ну ладно, положим. Положим. Ну, давайте пока вот здесь. Тут их несколько у нас вот внутри. Вот, да, их тут три. Ну, давайте их что ли вот здесь и положим. Так, чисто для красоты, нормально. Дальше. Котик. Котик. Давайте котика мы отправим вот здесь спать. Дальше.
О, еще цветок. Ну, давайте его на первый уже. Еще цветок тоже на первый. Одежда, во, мы добрались. Так, мы не решили, где чья одежда. Это моя. Давайте сейчас соберем кучки, где моя, а где остальных. Это моя. Это чья будет? Ну-ка, кому больше подходит? Миша, нет. Денису более-менее. Косте, ну так тоже. Артему. А где Артем? Мы одежду Артему просрали. Она куда-то улетела. Ладно, это будет Артему. Она улетела просто куда-то. Артем любит оранжевый. Вот тоже Артему. Это моя заколка. И это тоже мое. Класс. Давайте моя тогда одежда, что ли. Ну, моя одежда пусть будет тут. Тогда. А Артема вот тут, внизу. Тоже нормальненько. Заколочку. Сюда. Дальше. Кружка на первый. И игрушки. Их тут очень много. Я их чисто взяла так, чтобы везде разложить. Ну, я люблю игрушки, что в реальной жизни, что в Токио. А вон она. Так, вот сюда одну положу. Вот сюда вторую. И вот эту давайте вот сюда. Ну, я любитель. Вот эти две, они красивые. Их можно положить вот сюда. О! Это на первый. И это тоже на первый. Нормальненько. Так, это наши карточки. Их на первый. Это моё. Дальше. Я забыла, чьё это. Это вроде бы Артёма или Миша. Мишина вроде, да? Да, это Мишина. Давайте Мишина будет у нас лежать. Нет, тут сверху Дениса, а Мишина, ну давайте, может, тут будет вешать. Но только сейчас у нас это на первый. Вот сюда кучку, это Мишина. А это моя. Ну да, я любитель. Так, это моё. Много пижам. Я взяла немножко, ну, немного пижам. Кому какие подойдут? Ну, мне вот подходит вот это. Я ее положу. А, кстати, давайте пижаму будем вот сюда вешать. Почему бы и нет? Это теплая кофта мне. Сюда. Это туничка. Кстати, я ее могу сейчас одеть. Мне она нравится. Сюда. Это чье? Твое? Да, это Артема. Артема вот здесь. Это моя. Это Дениса. Дениса сверху. Шкаф. Это Артема. Мое опять. Чем мое больше? Котики. Вот сюда и вот сюда. Ну так. К сожалению, нет места. Это моя. О, вот эта штучка, я ее вот сюда положу. Куча одежки. Это мое. Такое легкое. Давайте решать, чье это будет. Миша подходит. Денису подходит. Косте подходит. Давайте Косте, потому что у Кости у нас нету. Костя у нас тут пусть будет. Мишина, ну пусть будем вешать Мишу. Так, дальше. Это чье? Ой, ты куда сел? Да ты... Это ему не подойдет, а Миша... Ну, кстати, вот это Миша подходит. Ее можно повесить. Это давайте будет Дениса. Да, кстати... Это будет или Миша. Больше как бы для Миши подходит, но и для Кости так. Ну ладно, давайте для Кости. У Кости мало одежды. Это моя такая туничка красная. Подходит Артему. Сюда.
Дальше. Денису давайте. У него одна одежда. Так, вот это мы не решили, чье. Это чье-то должно быть. У нас у Кости нету вроде бы. Ну, кстати, Кости подходит. Давайте это Костина будет. И у Дениса нету. Угу. Это мое? Да. Но мы это выкинем. У меня слишком много пижам. Ну-ка, как... Кстати, это Артему больше подходит. Поэтому Артему это чье будет? Ой, не то одела. Ну, а, на мне было. Ну, никому не подошло нормально, в принципе. А так, это Денису. Или, кстати, с Артему. Это Артему подошло. Такая новогодняя. У Артема уже наполняется гардероб. Это опять мое, но у меня уже есть. О, это Денису подходит. Денису, это опять моя. Это мне. У меня хоть и есть уже. Ну, давайте вот эту выкинем тогда. Мне просто та розовая понравилась. Это подходит... Да почему мне одевается? Ну, иди. Это подходит... Это подходит... Денису, вот сюда. Давайте это будет... Это вроде бы тоже Денису подходило, да? Да, это тоже Денису подошло. Денису, это тоже Денису. И купальник там мне, да? Угу. Капец, сколько у меня тут нарядов. А, вот Артема. Господи, была. Сюда. Нормально. Так, лимонная. Мы это можно поставить, кстати, вот здесь. Нормально, для красоты. Тоже так. Это на первый. Шапки всех тоже на первые. Потом решим, чья. Собачки. Ну, мы их тут пока поставим. Игрушечка. Красивенько. Можно вот тут поставить? Колонка наша. Вот эта штучка, она мне очень нравится. Но я ее еще не придумала, под что сделать. Поэтому мы ее так для красоты поставим. Аквариум какой-то. Тут для красоты. А, тут наушники. А хотя, кстати, стойте. Для работы заберу. Стойте, сейчас. Это для работы. Так. Вот эта штука, это на первый. Съезжается. И вот это... Это тоже сумка, но она, наверное, тоже... Она... Давайте вот сюда. Все. Коробка опустила. А, ну у нас больше предметов нету. Короче, вот, все закончилось. Давайте сейчас каждую возьмем тогда свое и унесем. Это мои были штучки, да, вроде. Сейчас я возьму более-менее свое. Ну все, у меня только так, если. Миша. У Миши тут только вот это. Блин. А хотя стойте. Да блин, а как? А как? А, вот так сделаем. У него-то просто тут одно. И вот это понесет. Во. Денис может взять у него. Вот так. Получится это Костина, да? Ага. Ну, мы так сделаем. Вот, понесли. И Артём. Артём у него тут тоже две, но мы поверх вот так кружку и вот так, чтобы вместилось. На первый. Я укутала себя. Все, поехали на первый. Так. Мы не нашли нормально много одежды, но мы, думаю, я потом буду ходить по локациям и искать разную одежду, чтобы подошла. Вот у нас тут есть для одежды. Так. Вешу сюда куртку. Сюда куртку. Сюда куртку.
Цветок, шапка, наушники и шапка. Кружка. Сюда где-то. Ой, нет. Сюда кружку. Так. Артём, вот тут и вот тут. Кошельки мы поставим где-то вот здесь. Одежда. Цветок. Вот сюда. Красиво. Так, дальше. Шапка. Корм собачий. Одежда. И вот виртуальная реальность. Нам надо вот сюда. Ну, кстати, вот так вот выглядит у нас более-менее дом. Так, и Денис, давайте вот сюда. Куда бы это поставить? А, вот сюда можно. Подождите, а кто-то унес штуку, которая... Мы там одну штуку, что ли, забыли? Ну, ладно. Ну, вот так вот, в общем, у нас закончится ролик. На этом мы закончим. Ну, а с вами была я, София. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую. Ну, а пока.